Сайжики наверняка бросались со всех сторон. Как тебе удалось выжить? И что насчет черных кристаллов? О, невероятно! Этого должно хватить, чтобы выполнить план поставки. Я в тебе не сомневалась. Лично сообщу камергеру о твоих заслугах. Произошедшее станет отличной возможностью укрепить отношения между нашими государствами. Грядут перемены. Чистейшие черные кристаллы. Перед обработкой нужно их хорошенько изучить. Временно жить в этой помойке. Ах, давняя проблема наконец разрешилась. Прямо гора с плеч. Это нужно отпраздновать. Давай скорее вернемся в Хидель. Я угощаю. Я отправлюсь вперед. Догоняй, когда закончишь свои дела. Только не опаздывай. Увидимся в Золотой Жабе. Ну, наконец-то! Где твой бокал? Сегодня пьем до беспамятства! Так-так, отказы не принимаются. Это же медовуха с фермы Алехандро. Будем здоровы! До дна! Чудесно! Прямо душа запела! Боже ж ты мой, леди Джаред! Не знала, что вы любительница таких заведений. Изабель? А ты что здесь делаешь? Ты что, следила за нами? Еще чего. Этот трактир теперь собственность Союза Саян. Ох уж этот пустозвон Бонни Лорен. С ним я позже разберусь. Сегодня празднуем. Именно. Не хочется омрачать ваше прекрасное настроение, но вопрос не требует отлагательств. В чем дело? Если ты потревожила нас из-за каких-то пустяков, жди в трактире инспекции уже завтра. Леди Джаред, я бы хотела поговорить о готовящейся войне Сирендии с Кальфионом. О войне? Что за чушь? Я не ослышалась? Вы все верно услышали. Камергер Жардин Дукас задумал напасть на Кальфион. Ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь? Сирендия подчиняется Кальфиону! Из-за таких опрометчивых заявлений рыцари Трины и Дельпе вмиг тут все разнесут! Я все прекрасно понимаю. Именно поэтому я решила обсудить это с вами. Подозрительно высокая численность регулярных войск для простого урегулирования конфликта с разбойниками. Несмотря на высокие налоги, сирендийские фермы запасаются провизией и выписывают наемников из Медии, якобы просто для помощи в хозяйстве. Вы ведь своими глазами все видели. Неужели вы наивно полагаете, что все это делается ради процветания страны? Поймите меня правильно, леди. Я лишь хочу предотвратить войну. Подняв сирендийскую экономику, я хочу добиться расширения влияния Союза Саян. К тому же в Кальфионе вот-вот состоятся выборы председателя парламента. Лишние проблемы нам ни к чему. Тем более, что и мой отец, Энрик Энкрашер, выставил свою кандидатуру. Речь о моем народе! Как я могу сохранять спокойствие? Все твои доказательства косвенны. Этого мало. До тех пор, пока я не услышу подтверждение из уст Джардина, я отказываюсь верить в клевету торговки вроде тебя.
О леди Джаред можешь не беспокоиться. Я заранее связалась с Йориком Милсом. У нас мало времени. Ситуацию необходимо уладить за пару дней. Но ведь у тебя настоящий талант справляться с любой задачей. Кстати, поздравляю с присоединением к Союзу Саян. Вооруженный мятеж барона Монверделя, угроза безопасности Глиши из-за фоганов и наг, постоянно растущая популяция сайжиков, проблемы с поставками в центре добычи. Осталось только разобраться с разбойниками Бираги. И зачем Сирендии столько регулярных войск? В парламенте Кальфиона наверняка заподозрили неладное. В кратчайшие сроки они направят инспекторов с проверкой. Уже ощутив вкус власти, Жардин добровольно от нее не откажется, даже если Кальфион потребует сократить численность армии. Камергер пойдет до конца и развяжет войну. Он загоняет себя в ловушку. Ты о расхищении черных кристаллов из центра добычи? Я знаю, что Сирендия тут ни при чем. Реакция Доусона на найденные тобой черные кристаллы подтвердила мои догадки, что он использовал их в своих целях. Сначала я подумала, что Жардин потратил их на военные нужды. Теперь мы знаем, что они оба нечисты на руку. Проблема не в том, куда делись эти кристаллы, а в том, что парламент Кальфиона на это не реагирует. То есть кто-то из парламентариев, человек, кого я хорошо знаю, заодно с Доусоном. О, довольно. Я предпочитаю решать проблемы по мере их поступления. Я же обещала тебе место в Союзе. Поверь мне, эта должность еще сослужит тебе добрую службу. Верное решение. Камергер тебе доверяет и, возможно, раскроет свои планы. Только тебе под силу вывести его на чистую воду. Запомни, не стоит его провоцировать. Мне будет жаль, если ты пострадаешь. Я пока изучу прошлые финансовые отчеты трактира. Ведь когда-то он играл роль штаба торгового союза Хиделя. На деле всем заправляла двоюродная сестра Бонни Грейс Лорен. Хотя, судя по характеру Бонни, вряд ли она что-то из себя представляет. Ты здесь? Проходи. Ты, я вижу, прямиком из трактира. Я слышал множество весьма лестных слов в твой адрес. Я не мог не пригласить тебя встретиться. Видел, как управляющий Йорик нес леди Джаред. Похоже, она была с тобой. Вначале я принял тебя за грезящего о славе бродягу. Однако стоит признать, что проницательности леди Джаред не занимать. Что у тебя за дело ко мне? Для тебя у меня всегда найдется время. Скажу тебе прямо. Жизнь сирендийцев после завоевания Кальфиона практически не изменилась. Герцог – правитель, который всегда заботится о своих подданных. Я просто управляю страной согласно его воле. Из-за недавних экономических проблем мы были вынуждены поднять налоги, но это временные меры. Однако Сирендия лишена возможности стать богатой и процветающей державой. Все из-за поражения в войне. Потерпев поражение, Сирендия утратила статус независимого королевства. Но одержавший победу Кальфион сохранил ей самостоятельность. Мы могли продолжать представлять политические интересы нашего народа. Однако все привилегии перешли к Кальфиону. Взять, к примеру, центр добычи черных кристаллов, где тебе удалось уладить проблему. Все, что добывается там, является собственностью Кальфиона.
Черные кристаллы — ресурс с огромным потенциалом, способный превратить нас в самое сильное государство на континенте. Но у нас даже нет права их исследовать. Из-за черных кристаллов кальфионцы сначала разгромили нас, а теперь присваивают себе право на них. Я хочу, чтобы моя родина развивалась и преуспевала. Чтобы она стала державой, на независимость которой не осмелилась бы посягнуть ни одна другая страна. Для этого нам необходимо вернуть себе право на черные кристаллы из центра добычи. С их помощью мы многого достигнем в будущем. Однако это непросто. Поэтому Сирендии нужны такие люди, как ты. Если позволишь, завтра я представлю тебя герцогу. Тебе будут дарованы слава и богатство, как я и обещал. Считай, что слова о стремлении к благу и процветанию страны из уст чиновника всегда чушь, но я ведь не только камергер, но и гражданин, проигравший в войне страны. Война и ее последствия неизбежно коснулись и моей семьи. Юность моя пролетела в праздных гуляниях и кутежах. Однако война перевернула мою жизнь. История эта долгая и скучная. Все равно хочешь послушать? Мой отец был командующим Сирендийской армии. Однако он попал в немилость и был сослан на границу. Лишенный прежнего статуса, я бесцельно прожигал свою жизнь и искал утешение в объятиях Роксан. Мой верный товарищ Альфонсо положил глаз на принцессу Джаред. Я поддерживал его. Но когда внезапно умерла Элисса Серик, вторая принцесса Сирендии и наследница Кальфионского королевского рода, Кальфион тут же обвинил нас в ее смерти и начал наступление. Так и началась война. Война, которая унесла жизнь моего отца. Я тут же отправился на фронт вместе с Альфонсо. До сих пор не могу забыть, как забирал меч отца с залитого кровью поля боя. Когда победа замаячила перед глазами, принцессу Джаред захватили враги. Альфонсо предложил сформировать отряд для ее спасения. Его намерения были очевидны. Он мечтал стать героем и завоевать сердце принцессы, несмотря на свое происхождение. Вот только рыцарем, спасшим принцессу из заточения, стал я. Амбиции Альфонсо помешали ему, и он повредил ногу. Операция по спасению шла не по плану. Клифф использовал меня как приманку. Его волновало лишь спасение принцессы. Любой военачальник на его месте поступил бы так же. Мне оставалось лишь пытаться выжить любой ценой. На момент моего возвращения в Хидель, Сирендия уже признала поражение. А герцог сдался. Кальфионские мечи обрушились на Сирендию. В одночасье поместье Монвердель превратилось в руины. Я начал встречаться с Джаред. Альфонсо, кажется, не вынес этого и стал отшельником. Через год после окончания суда герцог вернулся из Кальфиона, и мы с Джаред обручились. Так я, единственный выживший из разорившейся семьи, стал наследником целой страны. Спустя время я занял пост камергера и начал вести государственные дела от имени герцога. Поскольку в моих руках оказались государственные документы, я знаю все о произошедшем во время войны. Мои родители погибли под натиском кальфионских войск на Западе. Это случилось по вине главнокомандующего Клифа, не сумевшего верно оценить положение дел. Не в силах встретиться с ним лицом к лицу, я понизил его в должности и сослал на окраину Баленоса. К
Кальфионцы построили на западных болотах центр добычи и стали вывозить черные кристаллы. Тогда меня осенило. Смерть принцессы была лишь поводом для войны. Истинной целью были черные кристаллы. Кроме того, я узнал, что Роксан Фиаджа, женщина, которую я когда-то любил, была агентом Кальфиона. Именно она посеяла раздор в королевской семье Серенди. Она же дала Кальфиону повод для нападения и изменила ход войны с помощью похищения принцессы. Я о стольком хотел ее спросить. Только она свела счеты с жизнью. С тех пор я отчаянно пытаюсь вернуть все на свои места. Кальфион лишил меня самого дорогого. Семьи, возлюбленной и страны. Теперь, когда я рассказал все, что долгое время держал в себе, на душе полегчало. Хорошенько обдумай мое предложение и сообщи о своем решении. Такой шанс выпадает не каждый день. Надеюсь, ты это понимаешь. Кстати, насчет белой ведьмы, которую ты ищешь. Есть информация, что она связана с похищениями на юге Серендии, которые мы расследуем. Однако улик и доказательств пока недостаточно. Я сообщу, как только что-то прояснится. Еще я распорядился об угощении для тебя. Загляни в трактир. Местный повар готовит отменно. Чем в Хедель? Удалось поговорить с Жардином. Что говорит? Рассказал, что у него за планы. Ну ладно. Сейчас все равно ничего не предпримешь. Решено собраться всем завтра. На сегодня все. Можешь отдыхать. Что этот негодник Жардин затевает, раз Кальфион реагирует подобным образом? Как это понимать? Ну же, скажи что-нибудь! Над нами просто издеваются! Что? Нам теперь делать? Леди, успокойтесь. Вам, как наследнице, не положено бросаться в слезы. Кальфион приказал расформировать регулярные войска. Поэтому даже меня вызвали из Баленосу. Проблема с бесами еще не улажена. Как они могут лишить нас солдат?
Что этот негодник Жардин затевает, раз Кольфион реагирует подобным образом? Роспуск войск. В такой момент... Ох, Жард, что же ты будешь делать? А, ты же впервые видишь меня без шлема. Я барон Манверделя, Альфонс Рунди. После того, как сила черных камней рассеялась, мой прежний облик вернулся. Как я тебе? Хорош? Приказ расформирования армии распространяется и на мои владения. Поэтому я тут же поспешил на встречу с герцогом. Сейчас мы ждем окончания аудиенции герцога с камергером. Как я посмел явиться в Хидель? Считай, что тебе удалось меня вразумить. Благодаря управляющей Изабель мне удалось помириться с Джерри. С Жардом мы пока еще не разговаривали. Получилось отдохнуть? За одну ночь мир перевернулся с ног на голову. Генерал Клифф срочно запросил помощь. Приказ поступил из-за Ордена Теней. С давних пор Кольфион вел борьбу с рыцарями теней. Они считаются еретиками. Ночью после твоего визита они захватили центр добычи и сравняли его с землей. Вероятно, управляющий центром добычи Доусон доложил об этом в Кольфион. Утром приказ был оглашен. Поиск рыцарей и предателей послужил основанием для приказа о расформировании войск. Ложь! Ты что, пытаешься оклеветать его? Тебя, случайно, не Кольфион подослал? Леди, держите себя в руках. Ваши обвинения абсолютно несправедливы. Точно. Вы двое ведь познакомились еще в каменном зале древних. Джерри, она права. Не стоит забывать, с кем мы имеем дело. О чем камергер говорил с рыцарями теней? О черных кристаллах? О жертвоприношениях? Королем? Рыцари теней хотят вернуть короля? Алустин, твои опасения подтвердились. Все указывает на то, что они готовятся к воскрешению властелина тьмы Вельморна. Вельморн? Дядя Клифф. Так звали древнего правителя павшего королевства Хекса. Леди, прежде всего нужно подчиниться приказу Кольфиона. Вы должны убедить камергера. А нам нужно найти укрытие рыцарей теней и уничтожить их. Дядя, что ты такое говоришь? Ты предлагаешь впустить армию Кольфиона на наши земли? Но почему? У нас нет другого выхода. Мы должны выполнить приказ и отрицать причастность к Ордену Теней. Нужно успеть, прежде чем кольфионские войска развернут полномасштабное расследование. Ты и Альфонсо, и я. Мы должны попытаться вычислить местонахождение рыцарей теней и остановить их. Леди, генерал Клифф прав. Если люди Кольфиона обнаружат еретиков, Сирендию вновь охватит пламя войны. Вы ведь не позволите этому случиться. К черту все. Не понимаю, о чем вы сейчас. Но я тоже не собираюсь оставаться в стороне. Замолчите! Вы не знаете, что мне пришлось пережить в Кольфионе? Как вы смеете требовать от меня подобное? Леди! Леди! Вряд ли камергер станет слушать. Человек, который всеми силами пытается увеличить армию для похода на Кольфион. Это правда? Альфонсо, ты обо всем знал и молчал? Господин генерал, да если б вы узнали... Вы бы тут же собрали остатки войск и пошли на Хидель. У меня хотя бы есть владение, чтобы ему противостоять. А вас бы сразу обвинили в измене. Если это правда, то ситуация сложнее, чем мы полагали. Пусть камергер не принял предложение ордена, если он действительно готовился к войне.
Неизвестно, какой выбор он сделает, когда окажется загнан в угол. Мы не можем медлить. Нужно что-то предпринять. Зачем в Хедели столько солдат? Зачем в Хедели столько солдат? Это какое-то неудачное стечение обстоятельств. Зачем в Хедели столько солдат? 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 Зачем в Хедели столько солдат?